Добрый день подписчикам канала «Тульская правда». С вами Михаил Федоров. Мы с вами находимся на улице Фридриха Энгельса. В конце прошлого года за сумму более 185 миллионов рублей улица Фридриха Энгельса была отреставрирована. По качеству покрытия претензий нету. Но, несмотря на выделенную сумму и сделанный ремонт, проехать улицу Фридриха Энгельса полностью от улицы Первомайской до улицы Советской нельзя, так как на пересечении с улицы Пушкинской и улицы Каминского висит знак «Кирпич». Естественно, это создает массу неудобств автомобилистам и людям, которые пользуются личным транспортом. Я живу в Заречье. Вот вопрос по поводу кирпича на улице Фридриха Энгельса, он такой сомнительный немножко, потому что вот приходится теперь объезжать по разбитым улицам, к сожалению, либо по проспекту Ленина, где у нас много светофоров. Установку знака «Кирпич» на улице Фридриха Энгельса городская администрация объясняет тем, что сквозное движение автомобилей от улицы Пушкинской до улицы Советская создаст неудобство движению трамваев и, соответственно, создаст неудобство пассажирам, которые пользуются этим видом общественного транспорта. Однако в дорожных правилах предусмотрены специальные дополнительные таблички, которые могут ограничить движение транспортных средств только в то время, которое есть трамваи, а в остальное время разрешить сквозной проезд. Например, вот такие дополнительные таблички, установленные на Казанской набережной. Немногие знают, но в Казанской набережной, совершенно не нарушая правил дорожного движения, вы можете проехать на своем личном автомобиле в ночное время суток. Вопрос к администрации. Было бы, наверное, неплохо повесить там знак, чтобы он временной промежуток действия. Часов после 8 уже пробок нету, и это не будет мешать движению трамвая. Было бы хорошо сделать так. Потому что по-иному 2 минуты, и ты уже в Заречье. А не нужно объезжать через улицы Свободы, где разбитая дорога, много лежащих полицейских, все равно напарываешься на большое количество светофоров. По проспекту точно так же, постоянно уходишь на светофоры. Мне кажется, это улучшило бы транспортную ситуацию в городе. В ответ на наш запрос в администрацию города по поводу установки табличек на данном участке дороги, нам дали ответ о том, что их установка не соответствует выбранной концепции. Что это за концепция, нам не пояснили. Но если переводить это с чиновничьего языка на простой русский, это значит, что мы уже решили повесить этот знак, а на мнение простого народа нам наплевать. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, максимально распространяйте видео. Я считаю, что всякие концепции, которые предлагает нам администрация, должны в первую очередь встраивать не чиновников, а простых туликов. И таблички, которые разрешат движение по улице Фридриха Энгельса, обязательно должны быть установленное. С вами был Михаил Федоров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новые видео. До новых встреч!